and your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you out of your feet, yeah. Will your mouth still remember the taste of my love, yeah? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart still feels as hard as 23. And I think about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. For me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. Baby, now, hey, take me into your loving night. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, baby, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, and maybe we found love right where. Здравствуйте, спасибо большое. Ну, спасибо. Давай знакомиться. Меня зовут Миша. 29 лет, город Москва. Михаил Гришунов. Спасибо. Миша, спасибо тебе огромное, громадное спасибо. И сегодня спасибо. Скажу, что вот Александр Борисович рассказывал историю про одну песню, про то, что там миллиарды просмотров. У меня была подобная история с этой песней от Ширана. Я послушал на радио «Релакс», когда первый раз... Это когда? Давно? Давно-давно. Я ехал в машине и думал, вот у нас же такая классная песня, вот наверняка никому не нужна. Вот крутят ее на радио «Релакс». Да-да. И вот люди такие песни не понимают. Думаю, вот не доросли люди. Вот во всем мире вот все одни лохи, не понимают такую музыку. И потом набрал в гугле... Так, на удачу ее, и увидел миллиард просмотров, думаю, не, лох, это и я. Что я ее до этого не слышал, эту песню, никогда. Нет, классно сделали. Это, просто... Ну, как спета, Миша. Ой, Миша. Хорошо, спасибо. Умница. Ты нас просто всех порадовал. Я скажу еще такую вещь, я еще забоялся тебя, потому что, когда все стали поворачиваться, ребята... Это уже после нас все стали поворачиваться. Стали поворачиваться, ребята... Разэмоциональничались, мы стали забирать по полутона с нижнего лада на гитаре, мы стали чуть... Думаю, сейчас он тоже сейчас полезет куда-то не туда. Мы не вернулись. Нет, ты справился с эмоциями. Профессионализм в мелочах. Понимаешь, какая у нас история здесь? У нас настолько вот уже много лет, даже вот если мы не сидим в одном коллективе, у нас настолько любовь, что мы готовы, знаешь, вот радоваться, вот кому бы ты ни пошел. Поэтому ты выбирай позиции. И даже не думай о каких-то там своих делах. Я тоже бы радовался за всех. Но да больше, если бы он пошел ко мне. Ну, может быть, просто включайте дальновидность. Дальнозоркость. Дальноухость. Я просто не себя, потому что я просто думал, хоть что. Кто-нибудь. Соберитесь. Я огромное спасибо всем вам за это. Я просто не могу. Я выбираю Леонида Агутина. Yeah.
дождалась. Круто. Круто. Хороший, хороший парень. Хороший. Что и вот там... немного вот этой мелизматики, вот ее столько, сколько надо. Столько потому что надо, это же да. украшение, да, да, да. а не основа, вокруг да, которой согласен. Есть несколько длинных нот. Ох, какие нот. Правильные слова. Да. Это вот есть вкус или нет его? Невозможно его воспитать. Да. Есть у тебя деликатность вот эта музыкальная или нет ее? Или ты будешь давить своей трубой ерехонской? Простите. Спасибо большое, я понял. Насчет трубы я въехал. Сынок, я за тобой дорожусь. Так волновался. Дмитрий нам помог. Миш, ты знаешь, вот я до сих пор жду, когда я вырасту и стану наконец красивой. Вот сегодня ты вырос, тебя признали мэтры. Твой талант, твою манеру. И поэтому я крайне рад за тебя. Теперь главное этим шансом грамотно воспользоваться, да? И сейчас мы видели, дорогие друзья, вот тот, в общем, удивительный случай, когда от яблони яблоко, в общем, упало очень близко. Рад за тебя.